Привет, Макс. Как дела? Ох, здравствуйте, мистер Джефферсон. Все хорошо. Это моя подруга Хлоя. Йоу. Хлоя. И почему такие крутые, как ты, не ходят в Блэквилл? Я слишком стара для этого дерьма. Долгая история. В файлах, наверное, осталось. Представляю. Макс, ты точно в порядке? Просто странно находиться в кампусе, будто ничего не случилось. Знаю, прозвучит банально, но у тебя все впереди. Думаю, в моей жизни и без того много чего происходит. Так, ладно. Дела Блэквилла зовут. Не забудь, сегодня на вечеринке я объявлю победителя Героя Дня, так что я очень надеюсь, что ты придешь. Мне жаль, что ты так и не сдала свой снимок, но тебя можно понять. Художника творить не заставишь. Я лузер, но на этой неделе было сложно сфокусироваться на фото. Вот это каламбур. Я горжусь тем, что ты беспокоишься о своей подруге. И буду надеяться, что в конце концов ты найдешь свой путь. Только не забывай выставлять свои работы. Спасибо, мистер Джефферсон. Сегодня точно буду на вечеринке. И я. У нас не свиданка. Вы же с нами хоть раз потанцуете? Танцующий я — это еще то зрелище. К тому же, вы не хотите видеть старого хипстера, танцующего с детьми. Потехи не будет. Увидимся. Это уж точно. Он такой секси. Жесть. Ты что, с ума сошла? Еще нет. Но вечером точно, блядь, сойду. Ты не ревнуешь, что Марк Джефферсон считает меня крутой? Я тебя игнорирую. Ладно. Раз уж я здесь, пойду поболтаю с Джастином. 100 лет его не видела. Шикарная идея. Надо узнать, где сейчас Нейтан. Джастин, как же я давно тебя не видела. Ты слишком крута для нашей школы, Хлоя. Да, Хлоя явно в одну доску с Джастином. Бедный Дэниел. Так и хочется его обнять. Привет, Дэниел. Кажется, ты расстроен. Все нормально? Здравствуй, Макс. Я только что понял, что мои фото — полный отстой. Я никудышный художник. Ты здесь не для того, чтобы стать фотографом. Это мое бремя. Только взгляни на тот рисунок для меня. Он потрясающий. В этом твое искусство. Твой талант. Знаешь, а мне стало легче. Ты хорошая, Макс. Ты говорил с кем-нибудь о ситуации с Кейт? Я обычно ни с кем не разговариваю, Макс. Но недавно я мило побеседовал с Брук. Она все время твердила, что ты очень смело расподнялась на крышу. Мой поступок был правильным, но никак не смелым. Но мне приятно, что она так думает. Сейчас главное, чтобы Кейт поправилась. И чтобы зло было наказано. Понимаю, Макс. Она самая милая девушка из всех, кого я встречал. Я не против, если меня еще раз отпинают эти придурки. Пусть только отъебутся от Кейт. Мне нравится революционер Дэниел Дакоста. Революцию я могу начать только со своего скетчбука, Макс. Кстати, ты не видел Нейтана Прескотта? О, да. Я слышал, что его теперь подозревают. Да, но он все еще где-то в кампусе. Так вот почему он был таким злым, когда я увидел, как он выходит из кампуса. Ты сегодня собираешься на вечеринку циклона? Он наступит, если я приду. Меня здесь в шкафчиках зажимают. Какие уж тут танцы. Вот почему ты и должен пойти на вечеринку. Мы должны противостоять им, хотя бы ради Кейт.
Ты будешь там не один. Конечно, ты ведь меня поддержишь. А, черт, я пойду на вечеринку, будто это и правда конец света. Хотя, может, и не пойду, но... Нет, я об этом пожалею, но все-таки пойду. Поговорим потом. Окей, Даниил? Хорошо, на это нас здесь нет. Нужно вернуться к Хлое. Хорошо, что я не дала Хлое взять те деньги из кабинета Уэллса. Наслаждайся игрой, Закари. Надеюсь, она у тебя не последняя. Одно фото. Для будущего поколения. Так смешно, что Уоррен позвал Макс в кино. Привет, Брук. Как дела? Да как обычно. Кстати, спасибо, что не дала Кейт прыгнуть. Ты сама-то как? Мне станет полегче, если я сделаю кружок на твоем дроне. Мисс Грант наконец-то разрешила мне снова его запускать. Но ты же идешь в кино с Уорреном, так что времени на квадрокоптер у тебя явно нет. Серьезно? Я не могу управлять твоим квадрокоптером, потому что иду в кино с Уорреном? А ты проницательная, Макс. А теперь прости. Я нужна моему квадрокоптеру. Потом поговорим, Макс. Потом поговорим, Макс. Так смешно, что Уоррен позвал. Привет, Брук. Как дела? Да как обычно. Мне нужно найти Нейтана. Ты его не видела? Спроси у Уоррена. Ты же идешь с ним в кино и все такое. Да ладно, Брук. Не надо так. Нейтана исключили, но он должен быть где-то в кампусе. Значит, Уоррен недостаточно хорош для тебя? Ладно. Я видела, как Нейтан разозлился и вышел из кампуса. Удачной тебе с ним свиданки. Мой ограниченный мозг не может понять, откуда взялось то затмение и киты на пляже. Вот я и подумала, что, может быть, наши ученые умы знают. Мы с Уорреном собрались в эти выходные сложить все наши догадки и теории. Полностью согласна. Две светлые головы лучше, чем одна. Или моя. Нам бы вручили Нобелевскую премию, если бы мы смогли разгадать эту загадку. Но даже у мисс Грант нет идей. Мне станет полегче, если я сделаю кружок на твоем дроне. Мисс Грант наконец-то разрешила мне снова его запускать. Но ты же идешь в кино с Уорреном. Серьезно? А ты проницательная. Думала, сможешь спрятаться от Макс Колфилд, беличьего папарацци? Меня это злит. Дело явно не в климате. Я уверен. Как же приятно видеть, что Самуэль не один. Дело тут явно не в климате. Как у тебя дела, Макс? Знаю, это была тяжелая неделя. Да, нелегкая, Самуэль. А ты как? Расстроен и смущен, как и все сейчас в Аркадии Бэй. Кажется, у тебя тоже много вопросов. У меня больше вопросов, чем ответов. Сэмюэл всегда открыт для разговоров. Я совсем недавно навещала Кейт Марш в больнице. Ей уже гораздо лучше. В этом твоя заслуга, Макс. Ты ведь спасла ее. Все могло пойти иначе. А тебе не кажется, что у нас у всех своя судьба? Да, именно, Макс. В разных воплощениях.
Конечно, Кейт Марш верила в другое. Это и стало ее судьбой. Я тебе верю. Кейт просто не хватало сильных духов, вроде ее подруги Макс. Теперь она их нашла. А ты общался с Дэвидом Мэтсоном? Он говорит со мной, а я слушаю. Это похоже на Дэвида. Он видит вещи, а не людей. Но мне кажется, тебя он замечает. С чего ты взял? Вы оба видите мир сквозь объектив. Думаю, ты видишь больше, чем мы вместе взятые. Нет, нет, Макс. Я просто смотрю на вещи под другим углом. А ты не видел Нейтана Прескотта? Нет, его ведь исключили. Не скажешь, что тебе грустно, Самуэль. Нейтан причиняет людям боль, вот и все. Так что ты о нем знаешь? Недостаточно, чтобы тебе помочь, но я бы очень хотел. Ведь я вижу, что ты делаешь. У меня в голове крутится вопрос о том, что же происходит с животными в Аркадия Бэй. О, многие им задаются. У этих бедных существ совсем нет выбора. Как можно объяснить, что происходит с теми китами на пляже? Мой отец был рыбаком и часто брал меня послушать пение китов. А теперь... Они плачут. Думаешь, это экологическая катастрофа или... Это нечто большее. Кто-то создает эти события. Ты так думаешь? Ты и Аркадия Бэй связаны временным течением. Так что если у меня еще будут вопросы, буду обращаться к тебе. Я очень рада, что хотя бы белки хорошо себя чувствуют в кампусе. И я рад. Если бы с ними что-то случилось... Оу. Они в безопасности, пока ты о них заботишься, Самуэль. Их успокаивает только еда. Много еды. Кстати, я вспомнил, что должен их сейчас покормить. Насчет партнера для группового фото. Аркадия Бэй тоже боится. Посмотрите на погоду, на животных. Не упоминайте бедную Кейт Марш. Такие времена, мы должны все держаться вместе. Давай, наедай пузика. Еда — самый понятный в мире язык. Прости, что снова беспокою тебя. Ты меня не беспокоишь, Макс. У меня в голове крутится вопрос о том, что... Оу, ну... А что ты думаешь по поводу мертвых птиц? Пришлось много их похоронить рядом с Табангой. А что, Табанга не против? Узнаем, когда души птиц отойдут в мир иной. Не то, чтобы мы могли это доказать. Звучит зловеще. Может, так велит судьба? Тогда все нормально. У меня все еще миллион вопросов по поводу того, что же творится в Аркадия Бэй. Наверное, поэтому мисс Грант и говорит, что ты ее самая любимая ученица в Блэквилле. Пусть мисс Грант меня и любит... Но я полный ноль в науке и не могу объяснить то затмение. Я как раз говорил, мисс Грант, что у науки нет объяснения. Не в обиду сказано, но это только начало.
Начало чего? Я не верю в то, что существует конец. Это касается времени. Чувствую, что что-то серьезное надвигается на Аркадия Бэй. И, Макс, мне это не нравится. Меня не покидает мысль, что если мы найдем Рэйчел Эмбер, то она все прояснит. Если Рэйчел вообще хочет. Ты думаешь, она жива? Она всегда будет жить в наших сердцах. Порой нам больше ничего и не остается. Но... Макс, иди своим путем. И ты найдешь то, что ищешь. Может, так велит судьба. Рэйчел Эмбер тоже ждет. Лучше я буду в классе мисс Грант, чем в циклоне. Верно. Рэйчел их насквозь видела. И не только она одна. Нельзя позволить другим попасться в ловушку циклон. Выбирайся оттуда, Макс. Пока время на твоей стороне. Прости, но мне пора идти. Привет, Макс. Еще раз... Здравствуйте. Макс, ты всегда появляешься тогда, когда я тебе говорю. А я все хвастаюсь, что ты и другие студенты хотят сделать Блэквилл Академию, а не тюрьмой. Я надеялась, что вы объясните все эти странные вещи, которые происходят в Аркадии Бэй. Если бы могла, то уже бы получила свою Нобелевскую премию. Я не смогла понять природу того затмения. Чего уж там до снега и китов. Но ведь должно же быть научное объяснение. Верно? Раз уж мои друзья из НАСА не смогли объяснить то солнечное затмение, как оно появилось и почему, то пора начать беспокоиться. Что они и сделали. Я волнуюсь за нашу реальность. Ощущение, что она меняется у нас на глазах. Не только ты, но и Самуэль. Мы как раз об этом говорили, пока ты не пришла. Наша планета меняется, но в этом нет никакой загадки. Это просто эрозия. Думаете, именно поэтому умирают животные? Уровень воды неуклонно падает. Не говоря уже о ежедневном загрязнении океана. Этого достаточно, чтобы погубить море и всю экосистему. Или ты знаешь то, чего не знаю я? Как же червоточина и теория хаоса? Путешествие во времени? Червоточина у Аркадия Бэй только под землей. А теория хаоса просто бред. Но если говорить о путешествиях во времени, то я в деле. Вы бы хотели изменить время? Только не после прочтения той истории Рэя Брэдбери «И грянул гром». Пересказывать не буду, но там упоминались динозавры и бабочки. Время как нить, Макс. Дернешь за кончик, все развяжется. Я ищу Нейтана Прескотта и подумала, может, он у вас был? Мистер Прескотт сейчас вообще не ходит на занятия, его ведь исключили. Но я и не думала, что вы друзья. Наверное, вы его лучше знаете. Я пыталась узнать его. Нейтан в первую очередь Прескотт, а это немалый груз. Особенно для подростка. Эта неделя это доказала. Так что ректор Уэлл сделал правильно. Знаю. Ему нужна серьезная помощь. Да, Макс, однажды я пыталась помочь. Но мистер Прескотт не оценил мою помощь. Я видела, как Нейтан покидал кампус, и он был злее, чем обычно. Может, и хорошо, что вы не пересеклись. Не думаю, что такой надзор помог бы Кейт Марш. Да кому нужен надзор, когда у нас есть Максим Колфилд? Ты совершила замечательный поступок, а нам теперь осталось проследить, что Кейт получает любую помощь. Не хочешь поговорить с соцпедагогом? Академии Блэквилл помощь нужнее. Здесь происходит что-то странное. Вы ведь заметили? Эта неделя была не самой легкой для Блэквилла. Но я и другие работники глаза не сомкнем, пока каждый студент не будет в безопасности. Кейт накачали наркотиками на вечеринке клуба «Циклон», а потом над ней издевались, пока она не оказалась на крыше. И как же их остановить? Для начала закрыть этот чертов «Циклон». Не то чтобы он меня бесил, но сегодняшнюю вечеринку нужно было отложить. Это очень неуважительно по отношению к Кейт. Так почему ректор Уэллс не отменит вечеринку?
Честно говоря, мне кажется, что ему и вовсе наплевать. Уэллс спас эту школу от финансовой катастрофы, и он заботится о ней больше, чем ты думаешь. Ты мудра, но не суди людей так быстро. Вы правы. И я лишь хочу, чтобы эта школа была такой, о которой я мечтала. Я тебя поняла, Макс. И мне приятно видеть, как ты, Уоррен и другие студенты вовсю стараетесь. Хоть ты и цинична для своих лет, но ты вселила в меня надежду. Извините, мисс Грант, но мне нужно идти. Еще увидимся. С тобой всегда приятно пообщаться, Макс. Горизонт чист. Как было бы здорово, если бы мы с тобой снова вместе ходили в школу. Зато так, мистер Джефферсон, только твой. А, ты достала. Включаем режим блэквеллских ниндзя.